Привет всем! Сегодня суббота очередная, очередной как бы коп должен был бы состояться полноценный. Но сегодня прогноз на весь день дождь, так что я далеко не поехал. Поедем опять в соседний лес вокруг микрорайона. Этот раз я выбрал локацию, которой дорога от микрорайона идет к большому озеру, который здесь есть. И там есть старинные дороги, которые прописаны в 1862 году. Так что покопаем там. Да, я еще хотел, обычно обращаюсь и приветствую всех копарей в мужском как бы лице. Но как выясняется, что у нас много женщин, девушек уже в зрелом возрасте, которые копают. Так что поздравляю вас, пламенный привет вам всем. И не знаю, где там, я слышал, что придумали название женщинам, те, которые копают, копариха. Так что вот как-то так. Ну что, поехали. Итак, мы на месте, видим, здесь получается смешанный лес. Сначала здесь был девственный лес, вот видно дубы, не очень старые, но на карте 862 года лес есть этот. И видно, что здесь сосны подсаживали, вот рядами они тут идут. Это вот лет 70, наверное, 80 назад эти сосны сажали. Так что походим здесь. Надеюсь, что будет показать. Не переключаемся, ждем находки. Итак, мы отошли от линии электропередачи. Вот метров 100. У нас первый сигнальчик. 18. Попробуем копануть. Наверное, проволока может какая-нибудь. Но чем черт не шутит? Видите, какая земля тут. Вот они, такие червячочки там. Так, просто даже интересно. Прям буквально минуту не походил, а сигнал уже. А сигнал уже. Ну, интересно даже. Ну, ничего интересного, проволока. Прошел еще 5 метров, и у нас встреча. Люблю я снимать такие всяких. Смотрите, как гадюка. Это гадюка. Колечко свернулось. И они же хладнокровные. Лучики солнца впитывает в себя, нагревается. Красавица. Ну, мы ее не будем беспокоить. Но красоту эту заснимем. Ну вообще, как природа создала такую красоту? Так, ладно, двигаемся дальше. Главное не на них не наступать. А у нас тем временем следующий сигнальчик 12-14. Думал, тоже проволока. Нет, у нас это пуля. Ну ничего, двигаемся дальше. Сегодня хабарницу забыл. Так, вот в этой части леса я тоже ни разу не ходил. Много где еще не ходил. Поэтому всегда интересно на новом месте. Двигаемся дальше. А у нас сигнальчик
где-то тут был. 20, 18. Так. Выкопали. Так, что это у нас тут такое? Так. Опа, монетка. Монетка, и похоже, это у нас золото партии. Так. Черт, что значит песочек? Я уже вот говорил. Смотрите. Какой сохран, а? Так. Какой у нас там год? Не вижу. 40-й, что? Давайте посмотрим, что она стоит. Так, это у нас 1940 год, предвоенный. 2 копеечки. Давайте посмотрим. Так, 40-й. Комарики сжигают. 40-й, 2 копеечки. Ну, 60 рублей. Ну, как-то так. Да. В идеале. Как будто только что из-под станка. Отлично. Двигаемся дальше. Ждем находок. Иду. Снова гадюка. Маленький гадюшонок. Чуть не натолкнулся на него. Блин, надо внимательнее ходить. Сейчас я маленький. Греется тоже на солнышке. Да, у нас их дофига. Ну ладно. Двигаемся дальше. Сигнальчик был железный, длинный, решил копануть. Смотрите, что у нас тут. Цепочка классная. Так, наверное, мы ее сейчас отнесем в машину, пока недалеко ушли. Классная штука. О! У нас очередной сигнальчик. 24. 20 плюс. Интересно. Блин, проволоки столько алюминиевой здесь. Откуда она тут? Может, когда высоковольтную линию делали? Песочек. Так. Выкопали. Ну, блин, мне кажется, опять проволока. И звучит она на все лады. От 18 до 20. Так, это у нас пробка, да? Ну, все лучше, чем проволока. Так, ладно, двигаемся дальше. Вот иду, здесь непонятные ямы. Вот одна, вторая, третья, четвертая. Что бы это значило? Ну, бутылок здесь всяких полно. Ну, какая-то, по-моему, старая сейчас бутылка. Так, ладно. Будем изучать эту местность. У нас сигнальчик. 30. Так, пятачки и звучат. Советы.
Интересно. Ну, где ты? А что такое? Куда пропала? Комарики стали сжигать. Ну и куда ты делась-то? Вот так вот. Была и нету. Черт. Интересно. Ну где-то здесь живет? Ну где ты? Глубоко же? Ага. Так. И что это такое? Какая-то фигня. Итак, у нас еще один сигнальчик, и вполне такой себе. Прям похоже на империю. Да, интересно. Интересно, интересно. Час уже хожу. Ну, одну монетку мы уже подняли. Ну, мусорно здесь. Пробки, алюминиевая проволока. Так, есть такое дело. Интересно, что это у нас тут такое. Ну, где ты? Что, упал, что ли, куда-то? Да что ж такое? Ну, надо иногда загрублять чувствительность. Опа, монетка. Монетка, монетка. Сейчас мы ее почистим. Так, что это у нас тут такое? Ну, 40. Это на медь похоже. Может, даже и империя. Так, что у нас тут такое? Ага. Точно. Ну, не империя, но медь. Это у нас 1 копеечка. 24-го года. Отлично. Отлично. Так. Сейчас на основную камеру сниму, чтобы лучше было видно. Ну что, вторая находочка. Даже третья, если цепь считать. Уже не зря выехали. Ну, все-таки походу погода портится. Так, это у нас 1 копейка. 24-й год. Медь. Одна из последних монет медных, переходные от царских к российским. Кстати, я не так давно узнал, что есть, оказывается, очень редкие монеты 1 копейки, по-моему, 25-го года. Стоит там вообще сотни тысяч долларов. Никто знает, сколько их штук в наличии. Так что, оказывается, есть и 25-го года. Я не знал. Так, ладно. Копеечка есть. Двигаемся дальше. У нас очередная интересная находочка. Это, похоже, был ножик, что ли. Блин, комары задолбали. С рисунком таким прикольным. А, так, по-моему, даже. Так, ладно. Давай почистим. Рисунок прикольный. Хм.
Да, это у нас нож, что ли, да? Там что-то, по-моему, стоит. Или шило, что ли. Что это такое? Классная штука. Явно, ну, не сказать, что старинная, но что-то интересное. Так, ладно. Сейчас посмотрим на большую камеру. Итак, у нас очередная интересная находка. Явно старинная, потому что вот я коцнул, это медная и самодельная. Видно, что рисунок такой прикольный. Но что это такое? Нож не вынимается. Шило, может, судя по тому, что острый какой-то. Ну, интересно. Вообще, такие вот артефакты, они, конечно, всегда любопытны. Отлично. Мы сегодня не зря выбрались. Двигаемся дальше. Не стал снимать сигнальчик, а зря. У нас монетка еще одна очередная. Сейчас почистим. Ну, я вижу, что это копейка. Поздние советы. Но все равно. Находка же ведь. А, не. 10 копеек. Поздние советы. Она чуть покрупнее. 10 копеек. А, так это вообще ходячка. Ходячка. Да? Не пойму. Одна копейка, что ли? Так, да. Что-то непонятно. А, 10. Так, ладно. Наткнулся вот на такую дорожку. И традиционно решил по дорожке пройтись. Сигнал полностью не снимал. Но у нас монетка очередная. Что это такое? Ага, уже вижу. Это у нас 15 копеек рамочник. Отлично. Отлично. Сейчас почистим и покажу на большую камеру. Итак, у нас 15 копеек. Год не вижу, но вы видите. Рамочник. Это у нас какая уже? Четвертая монетка? Это отлично. Отлично. Это трактора работают. Так, ну что, прогуляемся еще по этой дорожке. Видно, что она заросшая, здесь уже давно не ездили. О, похоже, опять эти делают. Полосы, лесополосы вокруг леса. Пашут, чтобы никто не заезжал. В этом году прям конкретно этим занимаются. Дорожка нам принесла еще одну находочку. Еще одна монетка. 2 копеечки. Поздние советы. Ну ничего. Мы рады любой находке. Так, сейчас покажем на большую камеру. Итак, у нас 2 копеечки. Ну как обычно, песочный сохран в идеале. Можно даже не чистить. С такой патиной они больше ценятся. Конечно, она ничего не стоит. Может, рублей 20 максимум. Может, даже 10. Но ничего. Дорожка вот такая вот. Там на тракторах, походу, лесники опашку делают. А мы здесь копаем. Не переключаемся, ждем находок. Итак, на сегодня все. 3 часика погуляли. Вот у нас тут такой лес здесь. Как обычно, есть буреломчик. Но здесь почище.
Итак, что у нас в итоге? Шмурдячок. Этот раз тоже все собирал. И такие вот зачетные находочки. Непонятно, что это, ножичек или чего. Монетки 10 копеек ходячка, 2 копейки 40-го года, 2 копейки поздние советы, 1 копейка 24-го и 15 копеек щитовичок. Так что сегодня мы не зря походили. На этом все. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на канал. В конце видео сейчас, если солнышко выглядит, делаю небольшую видеозарисовочку. Всем до свидания.